черный, белый, сладкий, горький, с изюмом и миндалем. Шоколад бывает разный. Дешевый, дорогой, молочный и на какао-бобах. Бывают разными вкусы этого потрясающего изобретения человечества. Однако помимо известных нам так называемых стандартных вкусов, есть и такие, о которых мы даже и не догадываемся. Это профессор Гуглов, и сегодня я вам расскажу о пяти самых необычных вкусов всем нам привычного шоколада. Готовы? Начинаем! Шоколад из верблюжьего молока. Вы знали, что верблюды дают молоко? Нет? Я тоже. Однако вы удивитесь еще больше, когда узнаете, что в мире производят шоколад со вкусом молока верблюда. Это у нас верблюжье молоко что-то странное и непонятное, а в Объединенных Арабских Эмиратах это популярный продукт. Здесь можно полакомиться мороженым, сделанным на его основе, попробовать на вкус само верблюжье молоко, а также попробовать из него шоколад. Необычное лакомство выпускает компания «Аль-Насама», представители которой утверждают, что такой шоколад полезнее традиционного и благодаря пониженному содержанию жиров подходит даже диабетикам. Пока приобрести эту необычную сладость можно лишь напрямую у производителя, а также в гостиницах и аэропортах страны. Но в компании «Аль-Насама» уже подумывают о выходе на европейский рынок. Трюфельный шоколад. Черные трюфели – дорогой и редкий продукт для нашего рынка, а шоколад с ними является еще большей редкостью. Причем под трюфелями подразумеваются не известные конфеты, а ценные съедобные клубни, цена которых составляет свыше $2000 за килограмм. Производство лакомства с необычной начинкой наладили два брата – Рик и Майкл Маст, которые выпускают шоколад под брендом Must Brothers. Их фабрика является одной из немногих, где весь шоколад изготавливают вручную, включая переработку натуральных какао-бобов и упаковку продукции. Рик и Майкл придумывают необычные вкусы шоколада, и лакомство с добавлением черного трюфеля точно подходит под это определение. Цветочный шоколад. О существовании шоколада с орехами или изюмом, найти который можно на полке любого супермаркета, знает каждый ребенок. А вот шоколадные плитки с добавлением цветочных лепестков пока не столь распространены. Между тем, сладкое лакомство с лепестками розы, жасмина, лаванды и фиалки французская компания Pavetti выпускает уже несколько лет. Небольшая фабрика была основана в 1994 году у подножия французских Альп. Сегодня же эта компания выпускает около 150 наименований шоколада, среди которых особое место занимают плитки со всевозможными добавками. Лепестки цветов становятся ингредиентом молочного, горького и даже белого шоколада. Они попадают в плитки Pavetti в засушенном и засахаренном виде. Вкус лепестков едва уловим, но зато они издают приятный аромат. Шоколад со вкусом бекона. Наполеон любил свинину под шоколадом. А украинцы до сих пор не прочь полакомиться салом в шоколаде. Такой пункт есть в меню многих популярных ресторанов и пользуется неизменным спросом. Возможно, эти факты и подтолкнули одну американскую компанию к идее совместить в одном два любимых американцами продукта – бекон и шоколад в плитке Moss Bacon Bar. Плитки этого необыкновенного шоколада содержат настоящие кусочки копченого бекона, а также крупицы соли. Решившему отведать продукт придется задействовать все 5 органов чувств. Так, по крайней мере, гласит надпись на упаковке. Стоит отметить, что шоколад с беконом не первый экзотический американский шоколад в мире. Возжес также предлагали плитки со вкусом грибов и арахисового масла, мексиканского анчо и японского васаби. Однако эта компания не добилась широкой известности, так как вкусу шоколада с добавлением бекона нет равных и по сей день. Шоколад со вкусом соли. Первое определение, которое приходит в голову при слове «шоколад» – сладкий. Но, как оказалось, он может быть и соленым. Причем многие кондитеры называют подобное сочетание вполне естественным, ведь соль способна подчеркнуть сладкий вкус продукта и даже усилить его. Одной из марок, выпускающих темный шоколад с солью, является компания «Салазон». И чтобы покупателю было проще найти плитку с необычной добавкой, американский производитель прямо на упаковке и даже на самой шоколадке изобразил несколько рабочих, добывающих соль. Органический шоколад «Салазон» производят небольшими партиями, а входящую в его состав морскую соль приводят с месторождения в Южной Америке. Помимо разновидности с одной солью, марка предлагает плитки со вкусом соли и перца, соли и тростникового сахара, а также соли и молотого кофе.
А на этом, друзья, все. Если вы хотите проверить себя на то, как хорошо вы знаете про шоколад, то предлагаю вам пройти тест на знания о шоколаде вместе с моей дочкой Кариной, где по прохождению теста вы сможете получить свой статус и, конечно же, пройти другие тесты. Видео сейчас вы видите на экране, просто жмите на него и перейдете на тест. Всем всего доброго и до завтра!